Большой привет, ребята! Уже начали, как вижу, да? Да, урок стартанул. Сегодня будем разбирать мута. С вами Раиль, и добро пожаловать в хижину музыканта. Да, как сказал, разберем мота, а именно песню «Капкан», которая сейчас очень-очень популярна. И прежде чем приступим к разбору, хотел сказать, что я, ребята, к лету сделал скидочку на свой курс под названием «Освоим гитару за 7 дней». И да, ребята, кто не знает, это мой первый самоучитель игры на гитаре, созданный для того, чтобы научить людей играть с самого нуля до уровня любителя быстрыми шагами, быстрыми темпами. В этом курсе дают только самую ценную, самую нужную информацию. И да, курс стоил 2205 рублей до нынешнего дня. Теперь он стоит 1995 рублей, то есть скинул 200 рублей. Скидочка к лету, чтобы вы, ребята, наконец-то приобрели курс и уже летом могли заниматься, наконец-таки, изучать гитару, играть у костра, играть для друзей и для своей души. Так что дерзайте, ссылочка будет в описании под видео или вот здесь в аннотациях. Ну и традиционно, прежде чем приступим к разбору, сначала кусочек исполню из этой песни. Камеры скрыты, мы с тобой крыты, сняты запреты, мы раздеты, нам уже нечего больше терять. Все повторится опять. Обыденный вид, нарочито быт, волокита ломала меня на взрыв только пытом. Такая добрая грусть, еще чуть-чуть я точно свихнусь. Да что ты делаешь, бля, по принципу белым предел твоего крика, ты тихо-тихо, ты дико-дико остынь. Это не прихоть истин, мои запросы просты. Мне нужна только ты. Человека исправит боль могила, а мир управит любовь и могилы. Что света верит мне, прости Всевышний, но я в ней умышленно. Как нам друг без друга прожить дня? Как ты самый опасный для меня? Как нам друг без друга? Ребята, невозможно все песни спеть в оригинальной тональности. Ну, для меня это возможно, но просто некрасиво звучит, поэтому я играл в транспонированном виде данные аккорды из этой песни. Я играл вот такими аккордами, играл аккорд FM на восьмом ладу нижней посадки. Играл вот этот аккорд. Так, на одиннадцатом ладу, потом на девятом. И играл еще вот CM. Какие это аккорды? Давайте их обзовем. Первый аккорд, конечно, как сказал, аккорд FM. Так, нижняя посадка, восьмой лад. Или, по сути, можно вот таким еще взять на первом ладу. Но здесь сложнее брать, чем вот тут. То же самое аккорд, нижняя посадка. Аккорд формы А, M. Вот. Дальше идет, вот здесь я на одиннадцатом ладу взял аккорд. Это, по сути, ре диез аккорд, или по-другому ми бемоль мажорный аккорд, ЕБ. Ну, Д решетка будет правильнее в этой тональности. Дальше аккорд Д, фу ты Д, С решетка, до диез, то есть до диез мажор. И все при помощи фака зажимаем, потому что это мажорные аккорды формы Е. Вот. Да? Молодцы. И следующий аккорд CM до минор. До минор. Yes. Вот он здесь есть. А вот этот аккорд, который Re diez, он вот здесь есть. То есть средней посадкой формы А. Аккорд на шестом ладу. Аккорд C diez есть вот здесь на четвертом ладу. Все, молодцы, усвоили, да? FM, D решетка, C решетка и CM. Или фа минор, ре диез мажор, до диез мажор, до минор. Вот такими аккордами я играл, но все это я облегчил для себя и поставил вот каподастрик, знаете, на восьмой лад. И довольно легко все это исполнил. То есть не утруждал себя зажатием бара, играл АМ.
аккорд G, по сути, да, по форме, то есть тот же аккорд. Аккорд F, по сути, да, и аккорд EM. Так вот, ребята, давайте не будем утруждать себя всякими лишними движениями и посмотрим сначала аккорды, которые будут в простом виде, да? Оригинальная тональность песни CM, до минор, вот. Но смотрите, если убираем этот пальчик и сдвигаем этот шаблон, будет аккорд АМ. На гитаре вообще, ребята, все просто, все шаблонно. Выучишь барре все, и уже будешь легко разбираться, будешь знать все абсолютно барре. А как их различать, я, ребята, учу в своем курсе «Освоим гитару за 7 дней». Ссылочка будет в описании под видео. Посмотрим аккорды этой песни в самой такой примитивной, в примитивной последовательности аккордов, то есть простыми аккордами. Аккорд АМ. Ну, нормально возьмем уж. Аккорд АМ. Аккорд G. Потом идет аккорд F. Ну, вы скажете, как его заменить, Раиль? Легко заменяем вот таким вот образом. Зажимаем первую, вторую струну на первом ладу. Третью струну зажимаем на втором ладу. И четвертую на третьем ладу. Вот. И потом аккорд EM. Вот и все. Песня строится на этих четырех аккордах. Аккорд AM, аккорд G, аккорд F. Да. И аккорд EM. Можете играть этими аккордами, если у вас голос под это подходит. То есть, если вы даже не хотите париться при помощи барре, чтобы играть. Как скрыты мы с тобой, крыты, сняты запреты, и мы раздеты. Нам уже нечего больше терять. Все повторится опять, опять. Да, кстати, сегодняшний разбор проходит у нас на гитаре Flight F230N. Ссылочка также будет в описании под видео. Эту гитару предоставила компания Динатон. Вроде нормальная гитара, ребята, на мой взгляд. Ну, послушайте в течение урока и поймете, насколько она хорошо звучит. Вот здесь только наверху, видите, как этот уже чуть-чуть не строит. А в принципе, в низах очень даже хорошо. Но здесь барышками никто не играет, кроме меня, если честно. Так вот, ребята, выучили вот эти самые простые аккорды. Дальше мы не паримся. Если у вас, например, голос намного выше, вам неудобно низко петь на АМ или слишком высоко, ставим барре на любой из ладов. Обязательно нужно все песни таким вот образом пробовать спеть. Я, например, на третий лад поставил, и получается оригинальная тональность у нас. CM, по сути, вот барре стоит, аккорд CM. Играю то же самое, аккорд АМ, G, можете сдвигать дальше каподастр по ладу, чтобы найти вашу приятную тональность, в которой вам удобно петь. Можете на октаву выше попробовать спеть, можете на октаву ниже. Вот дошли до оригинальной тональности, аккорд CM получается, без данного вот каподастра. Если возьмем аккорд CM, оригинальная тональность, очень много песен сейчас в этой тональности пишется, значит, и мне пора, ребята, написать в этой тональности. Аккорд CM. Дальше аккорд идет C. Бемоль мажор, ББ, то есть. Потом идет аккорд АБ, ля бемоль мажор. И аккорд GM. Ну все, вот все возможные аккорды рассмотрели, простым способом тоже рассмотрели. Теперь пора посмотреть переборчик и бой в этой песне. Бой, для того чтобы было проще, рассмотрим на простых аккордах. Берем аккорд АМ. И делаем вот такие удары. Сначала воспроизводим бас, потом три нижние струны, хлопок, потом бас и три нижние вместе. Запомнили? Бас, три нижние, хлопок, бас и три нижние вместе. Но все это нужно оформить в ритм. То есть понимаем, да? Пам, папш, пам. Опа, не то зацепил. Пам. Бас дольше первый. Потом три нижние резко только делаем, сразу ударяем и воспроизводим басом. Еще разочек, бас, три нижние, хлопок, бас, три нижние вместе, вверх, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх.
просто вот указательным пальчиком вверх, 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 вниз, вверх, вниз, вверх делаем. То есть бас, три нижние, хлопок и вместе. Еще раз, бас, три нижние, хлопок, бас вместе. Два раза вверх, потом вниз начинаем. Вверх, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Да, и так на каждом аккорде. Аккорд G, бас, три нижние. Аккорд F, бас, три нижние, бас и три нижние вместе. Вверх, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. И аккорд EM. Бас, три нижние, хлопок, бас, три нижние вместе. Вверх, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Это вот я для вас упрощенный вариант говорю, потому что я сам чуть-чуть в другом формате это все играю. С другими немножко движениями. Ну, еще раз повторим. Все, в принципе, вот как будет звучать в более быстром темпе. А вот такой вот переборчик. Его нужно очень легко играть на фоне, чтобы спокойно петь был. Самая основная загвоздка этой песни это, конечно же, в рэпчике и вокале. Там это нужно отработать, где паузы, где чё, где вступать. Все вступается, кстати, после начала игры каждого аккорда. За такт, то есть не сразу ля-ля-ля-ля-ля, а ля-ля-ля-ля-ля. Ну, поняли, надеюсь. Я чуть-чуть этот перебор играю по-другому. Смотрите как. Бас дергаю, три нижние, хлопок, бас, три нижние вместе. Потом вниз и бас делаю быстренько. Вот так, то есть. Еще раз. Можете так поиграть. Но это уже на автомате у меня получается, поэтому я и не парюсь. G. Быстренько вверх и бас делаю же. Смотрите. Бас, три нижние, хлопок, вместе. Вверх, бас, вниз, вверх, вниз, вверх. Это то же самое, как два раза вверх, только вверх, бас делаю для разнообразия. И аккорд F. Бас, три нижние, хлопок, три вместе. Вниз, вверх, вниз, вверх. И аккорд EM. И все. Можете так играть, если хотите. Но давайте пока основным способом попробуем спеть. Ну, точнее, основным способом перебора попробуем поиграть и в это же время попробуем спеть. Как, когда вступать, чтобы вы поняли. Напомню перебор еще раз, как играть. Угу, поехали. Камеры скрыты, мы с тобой крыты, сняты запреты, мы раздеты. Нам уже нечего больше терять, все повторится опять и опять. Обыденный вид, нарочито бы два лакита ломала меня на взрыв, бил копытом. Такая добрая, добрая грусть, еще чуть-чуть и я то, что свихнусь. Да что ты делаешь, бля, под децибелом предел твоего крика. Ты тихо-тихо, ты дико-дико остынь. Это не прихоть, прости, мои запросы просты. Мне нужна только ты. Человека исправит боль и могила, а миром правит любовь и дебилы. Что света верит в нее, прости Всевышний, но я в ней умышленно. Вот таким образом, и каждый раз вы замечали, начинается текст после того, как мы начинаем играть аккорд, то есть. Камеры скрыты, мы с тобой крыты. То есть никаких заминок здесь не должно быть. Вверх удар начинаем сразу, то есть.
всех мыслях, да? Камеры скрыты, мы с тобой крыты. Еще раз. Камеры скрыты, мы с тобой крыты. Сняты запреты, мы раздеты. Нам уже нечего больше терять. Все повторится опять. Обыденный вид, видите, все опять-таки позже, после аккорда начинаем. Обыденный вид, нарочито быт, волокита ломала меня на взрыв, бил копытом. Такая добрая, добрая грусть. Еще чуть-чуть, и я точно свихнусь. Да чё ты, видите, опять-таки, после этого. Да чё ты делаешь, блядь, под децибелом предел твоего крика. Ты тихо-тихо, ты дико-дико, остынь, это не... И так далее, да? И как у нас начинается припев? Я просто играю бас с первой струной. Как нам друг без друга прожить дня? По сути, вы сами можете поэкспериментировать, но главное, чтобы аккорд АМ и F брались вот таким вот образом бас с первой струной. Как нам друг без друга прожить дня? На аккорде G проводим 6-я, 4-я, 3-я, 2-я, 3-я, 4-я. А опять-таки аккорд F. Как ты самый опасный для меня. Поняли, да? Как нам друг без друга прожить и дня. Как ты самый опасный для меня. Здесь не очень удобно показывать, потому что пальцы не цепляют из-за грифа у меня здесь. Ну, споем это два раза, потом начинается бой обычный. Как нам друг без друга прожить дня? Как ты самый опасный для меня? Самый примитивный и обычный бой. Делаем удары вниз, вниз, вверх, 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 вниз, вверх, вниз, вверх. Аккорд G. Вниз, вниз, вверх, 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 вниз, вверх, вниз, вверх. Три раза вверх, да? Аккорд F. Вниз, вниз, вверх, 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 вниз, вверх, вниз, вверх. Аккорд M. Вниз, вниз, вверх, 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 вниз, вверх, вниз, вверх. Ловите сразу. Пошел второй куплет, и опять-таки все так же пошло. Я разгадаю тебя как судоку. Самый легкий вариант перебора этого хотите? Смотрите, бас, три нижних, хлопок, бас, три нижних, месяц. Один вверх удар и хлопок. И все, можете так просто играть. Ну, ребята, к сожалению, наш разбор мото подошел к концу. Давайте опять-таки сделаем таким вот образом. Если данный разбор набирает таким же макаром 600 лайков, то выходит следующий разбор. А уже следующий разбор будет на песню «Сумасшедшая» после кавера на эту же песню. Дерзайте, с вами был Раиль. Те, кто впервые меня смотрит, не забываем подписываться на мой музыкальный блог, на Хижину Музыканта, где вы всегда сможете найти приют, уроки по игре на гитаре и приятную атмосферу. С вами был Раиль, и до скорых встреч. Пока!